Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракяту, уважаемые телезрители. Мы приветствуем вас на передаче «Противостояние света и тьмы» на телеканале Хади ТВ3. Уже на протяжении нескольких передач мы с Курбаном рассматриваем эту тему. Тема очень интересная. Я думаю, что вы постоянно слушаете нас, слушаете ту, 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 ту тему, те обсуждения, которые мы с вами и с нашим шейхом обсуждаем. И мы верим, что эти передачи приносят вам пользу. Я хочу поприветствовать нашего шейха. Шейх, саламу алейкум рахматулла. Алейкум, алейкум рахматулла Шейх, я благодарю вас. Вы уделяете время, приходите, разъясняете нам этот вопрос. Много чего мы для себя выяснили. И последнюю тему, которую мы с вами обсуждали, она касалась именно единобожия. Мы говорили о воплощениях единобожия. Мы сказали, что единобожие можно разделить на несколько, скажем так, группы. Первое, единобожие нравственности, единобожие на практике и на теории. Хотелось бы, чтобы вы продолжили сами эту тему.

из аятов, которые мы рассмотрели, из преданий, которые мы рассмотрели, мы приходим к определенному выводу. И этот вывод играет для нас важнейшую роль. И этот вывод связан с, э, с тем вызовом, который несет в себе наибольшую опасность в современный период. Это некая такая ловушка современности для веры, ловушка для веры. И вывод этот связан с тем, что да, есть у религии и у многобожия, у безбожия имеются разные доводы, разные проявления. Религиозные ученые-единобожники – Пишут книги, доказывают единство Бога, доказывают существование Бога, доказывают единство Бога, доказывают Его атрибуты, Его Сыфаты, и в противовес этому мыслители, деятели, философы, так называемые ученые, которые против... представляют противоположную сторону, они в свою очередь также пишут книги, также доказывают свою точку зрения, доказывают, что или, например, Бога вовсе нет, или что богов много. Это одно из проявлений, это одна из сторон многобожия и единобожия. Но это теория, то, о чем мы говорили ранее, это теория, но если мы обращаемся к аятам Священного Корана, к исламскому учению – то Всевышний говорит, например, сказано «Калиматуллах». То есть, Слово Бога. Что является Словом Бога? Словом Бога является «байена» – ясное знамение, аят Бога. «Ад анзалаллаху илейкум дикран, напоминание от Бога, Расулан. «Я алейкум который читает. То есть знамение Бога является словом Бога, но мы видим, что в Священном Коране этим словом, этим знамением, этим ясным знамением назван посланник, который чем занимается, который занимается тем, что строит, строит цивилизацию вокруг себя. Mm -hmm. То есть эта цивилизация строится именно вокруг него, вокруг верви Аллаха строится эта цивилизация. Цивилизация Единобожья, единобожников э, строится вокруг него, и таким образом посланник является знамением, ясным знамением Бога, является доводом, словом Бога, доказательством Бога. Не эти теоретические рассуждения, а именно сама структура, сама цивилизация. Таким образом, сам посланник является воплощением Единобожия. Mm -hmm. это, это не теория. Это не рассуждение. Он сам, его дыхание, каждый его шаг есть воплощение, есть олицетворение единобожия. И через него, через его вот этот телява, который мы разъясняли, через его демонстрацию строится цивилизация. Цивилизация единобож... единобожников, единобожья. И это, эта цивилизация и эта тилава является тем самым ясным доказательством, ясным доводом. Угу. Что это означает? Это означает, что через причастность к этой цивилизации, к этой структуре, к этой э, демонстрации, к этому тилава, через причастность к этому человек приобщается к Единобожию. Не через теоретические размышления, хотя нужно подчеркнуть. И, уточнить, что те теория она важна, она является первым шагом в конце концов. человек должен убедить свой разум, должен э воплотить в своей практической части своей жизни, должен воплотить единобожие, должен впитывать в себя нрав и духовные качества единобожья, единобожника, тоже Фид, впит... это все необходимо. Но это не то, не та цель, которую перед человеком поставил Бог. Совершенно не та. То есть на этом человек не должен, не имеет права останавливаться. Если человек убежден, что Бог един, если человек старается поклоняться одному ему, если человек воспитывает в себе качество единобожника, но при этом оградил себя, не приобщил себя к той цивилизации, то его действия просто-напросто будут тщетны. Он потеряет свою веру, он не сможет сопротивляться перед тьмой, он не сможет сохранить эту веру, он не сможет развиваться через эти свои качества. И поэтому важнейшей для него задачей в данном случае является именно приобщение при к этой цивилизации. Он должен привязать себя. Где бы он ни находился. Совершенно верно. Он должен привязать себя, он должен приобщить себя mm -hmm. к этой цивилизации э, и к этой структуре его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи То есть единобожие, истина единобожие, это э, воплощено именно в посланнике и в той структуре, которую он выстраивает вокруг себя, той цивилизации, которые он выстраивает вокруг себя. И точно так же, совершенно точно так же, наоборот. То есть и обратная сторона. <pus into |startoftranscript|> <пики Innovat> Это стоят, мы неоднократно повторяли на протяжении этих наших обсуждений. Всевышний говорит, покровителями тех, которые не уверовали, которые не были благодарны покровителями их, являются тагут, которые выводят их из света ко всем разновидностям и классификациям тьмы и низости. Через что мина нури или азульма? Через что тагут их выводит из этого? Вот на чем необходимо акцентировать внимание. Вот что нас больше всего привлекает. Вот что. Почему? Потому что Тауд ведь не... Да, он тоже пишет книги. У него тоже есть труды, где он призывает к чему-либо. Он сам практикует многобожие. И он пропитан качествами многобожника, трусостью, жадностью и так далее и тому подобное. Этим он пропитан. Но не это является доводом того-то. Не через это Юхриджуна Умина Нури или Азульмат. Uh -huh. Не через это они выводят из света и вводят во все виды и разновидности тьмы. Нет. Они точно так же, как посланник, выстраивают вокруг себя цивилизацию, культуру, выстраивают структуру. Они точно так же на практике. Они воплощают в жизнь цивилизацию многобожия. Они выстраивают вокруг себя. Цивилизацию они выстраивают целую цивилизацию, uh -huh. и чтобы сохранить человеку свою веру и чтобы развиваться через единобожие человеку необходимо изучить изучить свойства, особенности и качества многобожия. Uh -huh. До сих пор, пока человек не изучит многобожие, он не сможет противодействовать этому, не сможет сохранить. Что вы подразумеваете под изучением? Что именно, идеологию их изучить или что? Вот в этом и вопрос. А что? Uh -huh. Что, что, что мы здесь можем подразумевать? Что человек должен, как человек должен изучать ширк? Обратите внимание, в Усуликаф имеется предание, это его святость сада, Сады, Галейсалатвасалам, который изволил сказать, на бани умайя атлакули нас и имен садса сам говорит амьяды оставили свободном изучении веры uh -huh. линнаси то есть они не препятствовали не запрещали точнее не запрещали изучению веры это очень важный хадис и он полностью соответствует той реальности, в которой мы находимся. То есть он соотносится, совершенно соотносится с той реальностью, с которой мы сталкиваемся, в том числе и на сегодняшний день. Uh -huh. амияды, амияды это как апогей Таута, это как олицетворение Таута, это как ярчайший пример Таута. Но вне всякого сомнения, тот путь, который перед собой поставили амиады, они были, этот путь был и путем всех остальных тагутов. Они не запрещали изучение веры. Изучайте, изучайте посланник Аллаха, изучайте единобожие, изучайте Бога и так далее. Валям ютлику талима ширк. Имам сам говорит, но они запретили. Каким образом? Каким образом это произошло? в чем смысл этих слов имам Садыг, алейсалату вассалам, что Амияды запретили преподавать и изучать многобожие. Чтобы когда они будут навязывать, когда они станут навязывать многобожие mm -hmm. людям, чтобы они не поняли, что это многобожие. Mm -hmm. И поэтому посмотрите, то есть олицетворением единобожия ком являются посланники его наместники и вершины апогеем единобожия является приобщенность к их культуре к их цивилизации к ним привязанность именно к ним потому что именно через них проникает происходит эманация единобожия через них впитывает человек единобожие без них это невозможно. И неоднократно в Священном Коране Всевышний об этом говорит. Мы изучали эти аяты на да. этих, же, на этих же наших обсуждениях. Через ваят говорится, так и в преданиях говорится. Когда алейкум дикран ятлу алейкум чтобы вывести их, кто, кто должен выводить, кто выводит из тьмы, вот демонстрируя, демонстрируя, Аят Ильмубайнат, демонстрируя и выстраивая эту цивилизацию. Посланник Аллаха выводит людей из тьмы, из всех разновидностей тьмы и вводит их в свет. То есть через приобщенность к ним, когда уже человек отходит от них, и посмотрите сегодня, в каком состоянии мусульманский мир находится, вообще полностью отсутствует понимание того, что такое ширк полностью понимание ширка отсутствует uh -huh. ширк самый что ни на есть ширк воспринимается как единобожие uh -huh. как бы здесь опять-таки очень многое можно сказать и довольно таки глубоко зайти и со всех разных точек зрения и с разных углов этот вопрос рассмотреть но я приведу один пример uh -huh. В священном Коране Всевышний говорит что если бы они пришли, если бы мусульмане пришли бы и ты сделал бы за них дуа может быть всевышний их простил бы. Да. То есть даже дуа Богу всевышний в священном коране говорит, что предпочтительнее делать через кого через посланника. Через посланник это есть единобожие, он есть олицетворение и воплощение единобожия, через них проникает в человека в существо человека в его его естество проникает единобожие и впитывает всю его, все его бытие, всю его суть через посланник Аллаха, саллаллаху алейхи посмотрите, последователи амиадов называют это ширком. Ширк. И почему? Потому что у них нет правильного понимания, такого, что такое ширк. Они вообще не понимают, что такое ширк. Что из себя представляет ширк? И они следов... последователи людей, Которые объявили себя лидерами, но при этом не были назначены таковыми. Угу. Это ширк настоящий, это настоящий ширк. Но есть ли среди большинства мусульман люди, которые понимали бы эту реальность, понимали бы этот факт? Ну и так далее. Можно об этом на самом да. деле очень много и долго говорить на этот счет. По их мнению, если мы будем рассматривать ширк так, как они будут рассматривать, как они рассматривают ширк, то мы должны сказать, что Адам, алейхиссалам, был мушриком. Угу. Якуб алейсалам был мушриком, да, весь все пророки, которые упомянуты в священном да. Коране, должны быть мушриками. Но ну, это как бы отдельный разговор. Мы да. неоднократно говорили на эту тему. Тот же, тот же земной поклон они воспринимают как сам земной поклон воспринимают как э, поклонение, то есть это ширк ведь. Угу. Если человек поклоняется не Богу, то это ширк. Но мы в священном Коране в сурийусе в конце сурийусов обнаруживаем, что Якуб алейсалам посланник пророк Аллаха поклоняется, совершает земной поклон. Именно земной поклон. Угу. И при этом Всевышний приказывает ангелам совершить земной поклон перед Адамом. То есть Всевышний приказывает совершить Ширк. Это почему? Потому что нет понимания того, что такое ширк, что такое единобожие. Единобожие, это помимо этой теории, помимо практики, которую мы упоминали, помимо этих нравственных качеств, которые должен впитывать и воспитывать в себе верующий, единобожник, это в первую очередь воплощение этого единобожия, которым является посланник и его наместники. И поэтому так важно приобщиться к ним, так важно быть их шиитами, так важно быть привязанными к ним, так важно уподобляться им вообще во всем абсолютно, абсолютно во всем, то, как они стригли бороду, то, как они одевались, то, как они ходили, как они кушали. Абсолютно во всем важно. Через это человек приобщается к единобожию, воспитывает и впитывает в себе нравственные качества и качества единобожника. И в противовес этому, «Ат-тагут, аблияухум тагут, юхриджунахум минанури лазульмат». В противовес этому, это тагут, который занимается ровно обратным. И он тоже, у него тоже есть доводы свои, есть свои труды, они пишут книги, произносят лекции и так далее и тому подобное. Но страшнее и важнее этого та цивилизация, которую они выстраивают. Это цивилизация и это э, общественный строй, государственный строй, все, что хотите, вся вот эта вот во всех своих проявлениях экономическая модель. То есть эта цивилизация во всех своих проявлениях является воплощением многобожия, угу. является воплощением многобожия. То есть сам, сама эта цивилизация является и приобщенность, и соотнесенность, и какая-либо привязанность или какое-либо отношение не внешнее, естественно, а реальное, настоящее угу. отношение к этой цивилизации приобщает человека к многобожию, приобщает к ним многобожие. Посмотрите, то есть вот это вот, если посмотреть, например, на современную западную цивилизацию, опять-таки это довольно-таки богатая в каком-то смысле, угу. да, разносторонняя. Это цивилизация и культура, равные которой мы практически в истории человечества не обнаруживаем. Да, были цивилизации, которые были похожи, но они не были настолько разносторонние и, и не касались всех сторон жизни, как это делает эта цивилизация. Она практически ее ее проявления они обнаруживаются абсолютно во всех во всех сферах человеческой жизни mm -hmm. и ее технологическое развитие, ее научное, якобы Развитие, все это, все это намного страшнее, все это намного, э, намного действеннее. Почему якобы вы сказали, якобы научное развитие? Ну потому что, как правило, наука сводится к именно к экспериментальной науке, mm -hmm. как бы и как как следствие ее полноценной наукой невозможно назвать. Почему? Потому что наука и понятие намного более широкое, чем эксперимент. Угу. И сам эксперимент в том числе нуждается в более широких инструментах, чем эксперимент. Угу. И, в принципе, эксперимент не может быть полностью лишен всех остальных инструментов. Угу. Должны быть задействованы и другие инструменты. В принципе, они и задействованы. Но культура так и наука так выстраивалась в этой цивилизации, что пытаются и избавиться от всех остальных инструментов, ну, по крайней мере, в теории пытаются избавиться. Поэтому полноценным научным развитием это сложно назвать. Да, это технологическое развитие, вне всякого сомнения. Техническое развитие, технологическое развитие, это да. Техника и технологии развиты. Но наука во всей ее обширном значении сложно назвать mm -hmm. это наукой. Так или иначе, мы обнаруживаем, что эта цивилизация, ее вот это вот развитие, ее экономическое в том числе развитие, ну, это уже другой вопрос о том, вопрос о том, как они достигли этого материального благополучия, экономического развития, как это происходило, это совсем другой вопрос, здесь есть о чем поговорить, но так или иначе есть результат экономического развития, все это намного, намного опаснее для веры, чем их книги, их речи, их призывы, их э, пропаганда, их пропаганда через, опять-таки, те же самые средства массовой информации и так далее. То есть сама эта культура, она чем? Она впитывает человека, она создает, как один из примеров, создает искусственную нужду. Она прививает человеку нужду в мирском. То есть создает некую нужду. Нужду, которую у человека, в принципе, и нет такой нужды. Навязывает человека, человеку какую-либо нужду. И сама же эта цивилизация является той самой цивилиза единственной цивилизацией, которая может удовлетворить эту ложную нужду. Сама же она и может удовлетворить эту нужду. И это важнейший фактор, это не нужно недооценивать. Это проблема, которая является важнейшей угрозой и э, самой большой опасностью для веры и единобожия. Угу. Те же самые, например, э, вопросы межполовых отношений. То для чего, да, посмотрите, как бы стандарты красоты, во-первых, начнем с этого. Стандарты красоты, которые они создают, нету таких, нету у человека такой нужды в этих стандартах. Угу. Они создают ее и сами же ее удовлетворяют через свои разные продукты. Угу. Стандарты э, ведения дел, угу. то есть как как экономика строится у них. То есть, опять-таки, я просто не хочу углубляться в, это, в этот пример и в рассмотрение этой цивилизации во всех ее деталях, потому что мне намного проще рассуждать об этом в более общих картинах, чем углубляться в детали. Но я прекрасно знаю, что большинство зрителей им намного удобнее мыслить об этих вещ вещах через именно конкретные примеры. примеры да. Да. Вся сам, сама культура, сама цивилизация, все то, что ей навязывается, все что, то, что она олицетворяет, все то, что она исповедует, оно все ведет именно к многобожию. Идет то, как, то, как человека обучают зарабатывать. Угу. Обратите внимание, то, как человека обучают работать. То есть это не обучение какое-то, как в школе. Пришел ученик, и учитель ему что-то объясняет. Это неэффективное обучение. Угу. Это обучение через воплощение в жизнь, когда человек просыпается и выходит в общество и обнаруживает, что все действуют именно так, все работают именно так. Это намного опаснее, когда человек придет в школу или придет, за, сядет за парту, а ему скажут, вот нужно работать так-то и так-то. А как нужно работать? Нужно думать только о себе. Нужно думать только о своем бизнесе, потому что в исламе, например, Запрещено, вот, например, один конкретный пример. Uh -huh. В структуре посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и алейхи и салям, запрещено принижать продукцию другого. Uh -huh. То есть это моральная установка в экономике, в исламской экономике. Ты не можешь э, говорить, что вот у меня хороший товар, а у него плохой товар. Uh -huh. Ни прямым текстом, ни косвенным текстом ты не можешь стараться отнять Ислам это запрещает, это установки mm -hmm. в исламе. Ислам не не позволяет тебе отнимать хлеб у другого, использовать разные махинации, разные mm -hmm. инструменты, ПИАР и так далее, и там подобное. Не позволяет тебе. Mm -hmm. Есть у тебя продукт, предлагай, возьмут, возьмут, не возьмут, человек не должен как бы через обманом, через какие-то технологии и так далее, тому подобное, навязывать это другому. Mm -hmm. А что мы обнаруживаем? в в другой, в противоположной цивилизации, в противоположной культуре обнаружим совершенно обратно. Это есть достоинство. Они возводят в ранг героев, мошенников, воров, то есть не вот этих вот людей, которые войдут, зайдут в магазин, украдут хлеб, там, не знаю, или, mm -hmm. или там не знаю, минеральной воды украдут. Нет, говорит от тех гигантах гигантах которые э, через разные в том числе и через э, монополию mm -hmm. через обман через э, какие-то инструменты через рекламные инструменты или другие инструменты отбирает клиентов, отбирает э, прибыль у своего конкурента и выводит свою, свое дело, свой бизнес на первый план. Угу. То есть этому всему человека не обучают, не говорят, вот, это хорошо. То есть об, обучение, да, это имеется, но не это влияет на человека, не это воздействует на человека. На человека воздействует именно то, что, однажды, проснувшись и выйдя в общество, он обнаруживает, что все так и действует. Нету альтернативы этому. А когда появляется альтернатива, то с этим очень жестко борется. Вот почему с хиджабом, допустим, во многих угу. странах, почему такая очень острая реакция на хиджаб? Почему же? Потому что структура и цивилизация Тагута -то не не, внуш, не просто внушает, не просто обучает, а именно демонстрирует воплощает в жизнь в своей, струк... своей структуре своей цивилизации своей культуре, воплощает в жизнь то что слабый пол женский пол не может быть благочестивым и благонравным. что нормальной моделью поведения для женщины является именно вот это вот дешевизна. И доступность. Доступность и дешевизна. Чтобы тебя уважали, ты должна быть, и чтобы тебя любили, чтобы ты имела какой-то статус, ты должна быть дешевой и доступной. Угу. И это не, не просто внушается, не просто преподается. Это именно воплощается в жизнь угу. в масштабах целой цивилизации. Да. А когда появляется э, обратный пример? Когда воплощается в жизнь нечто обратное, то почему имеется такое, такое острое, имеется на это острая реакция? Сейчас, допустим, вот буквально недавно я в новостях встречал, что одна девушка судится с учебным заведением, с высшим, если мне не изменяет память, учебным заведением она поступила, но ее не пускают на уроки, на занятия не пускают, аргументируя это тем, что она вот в таком. почему такая острая реакция, почему? Или вот мы видим, что избивают тут вот буквально недавно избили девушку в хиджабе. Mm -hmm. подошел человек некоему мужчине и сказал, что вот я тебе даю деньги, иди и побей ее. Причем была беременная женщина в хиджабе, и тот за сумму пришел и избил. Почему человеку необходимо заплатить кому-то, чтобы тот пришел и избил кого-то? Почему? That's что? Right. Что? Как бы побуждает. Почему такая острая реакция? Mm -hmm. И это, кстати, один очень важный вопрос. Реакция, она как бы острая. Она, почему? Потому что а, не терпит а вот, альтернативы. Потому что, когда есть альтернатива, люди могут и подумать и задуматься, что ведь можно и так жить. Может быть, и совсем иначе. Не обязательно жить на проценты, не обязательно жить на на обмане других не обязательно жить тем чтобы перешагивать через голову других можно и более честно да. жить и быть не менее счастливым быть не менее счастливым можно жить иначе но быть не менее счастливым можно быть таким же счастливым и уважать себя да. еще больше почему почему такая острая и кстати вот я хотел сказать по этому поводу есть заблуждение у нас среди Верующих среди мусульман имеется заблуждение, что через хорошие отношения, через компромисс, mm -hmm. это очень против. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, что компромисс и мягкость, мягкость, мягкость в чем в исповедовании своих убеждений, mm -hmm. компромиссность в исповедовании своих убеждений и в, э, в практике своих убеждений, в практиковании своих uh -huh. убеждений, что компромисс является оптимальным решением в, во взаимодействии с структурой таута. Uh -huh. Компромисс. Uh -huh. С представителем структуры таута. И в частности, пример его светлости, маму сейна То, что мы обнаруживаем в истории ашуры свидетельствует о том, что эта сторона, сторона да, -то, она совершенно бескомпромиссна, она не согласна ни в коей мере мириться, она не согласна отступать, она не согласна позволить существовать наряду со своей цивилизацией. Mm -hmm. И об этом говорит не только история имама Мусейна об этом говорит и современная история. Посмотрите на современную западную цивилизацию. Она не согласна мириться ни с чем, кроме своей собственной цивилизации. Она mm -hmm. готова и согласна только на то, чтобы было только то, что они выстраивают. Mm -hmm. То, что выстраивают тарут вокруг себя, это дьявольская цивилизация и культура со всеми своими вот этими низменными проявлениями, со, своими, со своей низостью и со своими пороками. Только она. И мы, если изучим современную историю и бли, историю ближайшего прошлого, то мы обнаружим, что любое альтернативное проявление, любое, любая альтернативная цивилизация, любая альтернативная культура очень жестко и агрессивно подавляется. Поэтому думать о том, что, компромисс, что компромиссность, что мягкость, что если мы в каких-то пределах отступим, что-то мы отойдем назад, откажемся от каких-то своих установок и каких-то своих культурных ценностей и каких-то своих духовных ценностей откажемся, то воцарится мир, и они оставят нас в покое. Это большущее заблуждение. И об этом говорится и в Священном Коране. Они не оставят вас, Всевышний говорит, до тех пор, пока вы полностью не откажете это от своей веры от своей угу. веры и религии, разве не об этом? То есть от своих ценностей, пока вы полностью не откажетесь от единобожия и пока вы совершенно не станете многобожниками, они от вас не отстанут. Поэтому это заблуждение, думать, что компромисс и э, отказ от каких-то своих ценностей может привести к э, сосуществованию, это совершенно не так. Это большущее заблуждение. Мы ему просим Аллаха, Шейх Кубан, чтобы Аллах как говорится, защитил нас от нападков наших противников. Шек Курбан, благодарю вас. Мы тогда продолжим нашу передачу на следующей передаче. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. Ниша Аллах, на следующей передаче продолжим. Ассаламу алейкум.